Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Corolla в черном цвете 2017 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 1,6 литров, мощностью 122 лошадиные силы, АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине, литых дисках, имеется камера заднего вида, установлены ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 72 тысячи километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, ткань, имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, система курсовой устойчивости, режим спорт, мультируль, обогрев зоны дворников, обогрев рулевого колеса, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.